Через несколько минут исполнится их мечта. Спустя много лет Лариса Петровна и Тамара Алексеевна снова войдут в театр оперы и балета. Схему я выучила уже. За пряжей и спицами Тамара Алексеевна Христофорова коротает все свободное время. На пенсии его много, только тратить не на кого. Дети живут далеко. У Людмилы Петровны Рукавишниковой детей вообще нет. После смерти мужа осталась одна. Обе пенсионерки живут в Заводском районе. Вспомнить театральную молодость не позволяли здоровье и расстояние. Балет очень хорош, только на сцене театра, а не по телевидению. И хотелось бы, конечно, не отставать от молодежи и интеллекцию повышать за счет того, что посещать вот такие вот культурные заведения. Мечту пенсионерок исполнила Венера Киселева. О нашей акции ей рассказала дочь. Девушка также стала участником проекта «Вы не одни». Мы пока ехали в театр, долго с ними беседовали. Они сказали, как им хорошо, как им повезло, что они сегодня идут в театр. А я сказала, что еще неизвестно, кому больше повезло, им или мне, что я еду в их такой прелестной компании. Балет «Девушка и смерть» в современной постановке. Такой выбор пенсионерки сделали сами и не разочаровались. Великолепный балет, красивые костюмы, артисты очень хорошо танцуют. И настроение хорошее. Впечатление просто неописуемое. Я в восторге. Большое вам спасибо, что вы нашли время и возможность, и средства, самое главное, чтобы пригласить нас сюда и вдохновить нас к жизни. За вдохновением они решили обязательно вернуться и, скорее всего, в такой же компании.